собрались военно-исторические клубы со всей Белоруссии. Собрались, чтобы показать маленькую страничку вашей истории, вашего города. Сказать вашего даже тяжело, потому что несколько реконструкторов — это жители Рогачева. Они состоят у нас в объединении, они тоже помогали с инициативой. Вот, поэтому мы сейчас здесь, на этой площадке, разыграем маленькую баталию. Уважаемые зрители, мы видим, что на площадке началось представление, а точнее реконструкция тех славных и горьких дней. Немцы под конвоем ведут от комендатуры местных жителей на работы по сооружению оборонительных укреплений. Немецкие войска пока не ожидают наступления на данном направлении. Красноармейцы, разведчики штрафного батальона, отбивают с боем местных жителей у конвойных и пытаются развить наступление в комендатуре тыл немцев. Разведчики, красноармейцы штрафного батальона взрывают комендатуру. Взрывают комендатуру, чтобы дезорганизовать узел связи немцев. Немцы подтягивают резервы. Начинает работать немецкий 82-миллиметровый миномет. Немцы оттесняют разведчиков от комендатуры на окраину города. Разведчики вызывают по радиостанции огонь артиллерии по разведданным координатам немецкой обороны. Немцы отходят в укрытие, чтобы переждать артиллерийский обстрел. Вот показывается под прикрытием обстрела советский разведывательный броневик БА-64, вооруженный танком пулеметом ТТ-29. Немцы начинают стрельбу из немецкой пушки ПАК-35. Начинает работать противотанковый гранатомет «Оффенрод».
позиции немцев. Советский броневик отступает. Красная армия начинает артподготовку по немецким позициям. Прикрытием артподготовки красноармейцы выкатывают орудие на прямую наводку и начинают атаку на немецкие позиции. Немцы по наступающим красноармейцам организуют оборонительный огонь. Работает немецкий миномет. С тыла начинают наступление. До комендатуры, пользуясь неразберихой в немецких частях, разведчики штрафного батальона. Немецких позиций наступают разведчики штрафного батальона. Немцы начинают отходить. Немецкие части попадают в окружение.
пытаются обороняться. Немецкой армии к 1944 году был уже невидим. Поэтому долгая оборона у немцев не получается, и немцы постепенно начинают капитулировать и выходят сдаваться в плен. Ночью 24 февраля 1944 года войска 3-й армии 1-го Белорусского фронта освободили город Рогачев.